готовится. Сейчас выровняет и произойдет старт. И сейчас посмотрим, кто быстрее дойдет до финиша. От вертолета идет очень сильный поток ветра, и снежная пыль становится очень холодной. Хотя от солнца спину подогревает, но лицо просто горит. Куча кинооператоров и телекамер всяких снимает это событие. Конечно, феерическое зрелище. Потрясающий вид, потрясающий Байкал, красивое Бурятия. И мы находимся прямо здесь. Разница примерно 5 часов. Сейчас в Питере, в Москве раннее утро, а у нас уже далеко за обед. Сейчас беру команду. Вот только что соревновалась там Бентли. Погнали, 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 погнали. В этот раз Бентли на гусеничном ходу стартануло более бодро и оторвалось от вертолета на значительное расстояние. Поэтому, я думаю, засчитает ему победу над вертолетом. Бентли молодец. Бентли красавчик. Напоминаю, мы находимся на Байкальской миле. И благодаря вертолету здесь становится очень холодно. Прям лицо горит.